Всем добрый день. Значит, вот этих четырех кобальтов мы сегодня отправляем автобусом в город Волгоград. Мы их хорошо упакуем, прокислородим, прокапаем метиленкой, чтобы они лучше перенесли стресс. Отправлять будем вот такого кобальтового самца. Вот такого кобальтового самца. Да, вот таких вот двух самок. Значит, в этом аквариуме у нас находится турки-сиха, самочка королевская, королевский красный голубой туркис и красноглазый голубой королевский алмаз. Здесь у нас внизу мы пересадили из нового нерестовика Red White, одного такого алого цвета, это самец, и Red White самочка. Они сейчас привыкают к новому месту. Здесь у нас адаптируется. Посадили мы сюда двух дискусов. Самочка, золотая змеиная кожа, и вот это вот слева самец, красная голубиная кровь. Вроде бы самец уже готов, провоцирует самку на нерест, периодически чистит конус, трясется. Самка пока, ну, стоит рядом, не агрессивничает, пока что еще не отвечает взаимностью. Здесь у нас наверху два королевских красных бирюзовых туркиса. Значит, они сейчас нерестятся, самец оплодотворял икру, самка ложила икру, вон икра. Вот столько они отложили, в следующий раз буду снимать, когда будет малек. Вот самец защищает, поэтому от них пока отходим, пускай дальше ухаживает за икрой. Так, ну эти у нас еще растут, тигры и мальки золотой змеиной кожи, вот эти вот. И наши маленькие даймонды. А, вот этих вот, у нас здесь вот такие маленькие, слева змеиная кожа, коричневые дискусы, там аленкеры. В Вирджинии они выросли где-то порядка 10,5 сантиметров, 9,5-10 сантиметров. 140-литрового аквариума им мало будет. Чтобы они дальше развивались, мы их переселим вот сюда. Вот этих отправим и тех переселим вот в этот здоровый 280-литровый аквариум. Здесь у нас пока образуются новые пары. Red Melon самка адаптируется. Жемчужный и голубиная кровь скорпион, это тоже красный, этот голубиная кровь, и Red White маленький. И справа у нас здесь за занавесками адаптируется кобальт наш леопард и кобальтовая самка. И чекерборд и самец Red White.